Вот уже неделю жители микрорайона Красная волнует остановочный вопрос. А если быть точнее, то местоположение остановочного комплекса. Мы встречались с людьми, они нам рассказали, что подходить на эту остановку неудобно, да и места в ней мало. Администрация города услышала пожелания соликамцев и решила перенести вновь остановочный комплекс микрорайона Красная. По сообщениям администрации города, остановочный комплекс будет вновь перенесен сюда, на торговый центр «Янтарь». Раньше здесь располагался рынок. Эту информацию мы уже разместили в своих социальных сетях, и люди отреагировали и написали несколько комментариев. Сейчас мы зачитаем один из них. Зачем тогда вообще эта остановка «Янтарь» нужна, если до следующей рукой подать? Зато от остановки «Нижней больничной» топать и топать до остановки «Янтарь». Должны вроде как еще и расстояние между остановками соблюдаться. И это вопрос не единственный к новому местоположению остановочного комплекса. Кстати, свое недовольство, можно сказать, в какой-то степени высказали и в Ассоциации добросовестных перевозчиков. Пока на «Янтарь» остановку не перенесли, и, разумеется, мы обсудили с перевозчиками сегодняшнее расположение остановки. Первое, что нам рассказали в ассоциации, забирать людей с мини-маркета больше не будут. Иначе получится, что водители автобусов нарушают правила дорожного движения. Остановочный павильон на «Магните» теперь считается официальным местом остановки. У нас, например, имеются на сегодня вопросы к новой остановке. Какие? Плохая очистка заездного кармана. Невозможно там безопасно посадить на сегодняшний день пассажиров, потому что бугор, который там существует, не дает нам возможности безопасно высадить, безопасно посадить. Из-за того, что его плохо чистят, этот карман на сегодняшний день, там не могут встать два автобуса. Один отходит и еще не уехал, а второй уже подъезжает. И нормальной высадки и посадки там сегодня произвести невозможно. Это все уже обсуждалось на комиссии по безопасности дорожного движения. Мнение людей и перевозчиков сыграло свое. И остановка с 9 февраля будет перемещена. Как написано в письме от администрации, новое место расположения остановочного павильона выбрано с учетом требований безопасности и с точки зрения удобства для горожан, наличия лестниц и пандусов. Только вот сейчас там все заснежено, да и действительно ли будет так безопаснее? Об этом вывод можно сделать позже. А пока жители хотят вернуть прежнее место ожидания автобуса и уже готовы за это бороться. Как нам сообщили проживающие рядом с этой остановкой, люди готовят обращение в прокуратуру и Максиму Решетникову. Мы же, в свою очередь, ждем ответа от представителей ГИБДД. Насколько было необходимо менять место остановки автобусов и будет ли отвечать нормам безопасности и ГОСТам новый остановочный комплекс и его расположение. Евгения Константинова, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».